И это будет очень интересно. Посмотреть на дебют Сабирога в новом составе. Сема тоже. Сема Вана есть. У него есть мангусики, если что. Там, кстати, ФБ сейчас может быть на топе. Да, Архангела забирают. Это, ну, это классика. Так, тут у нас Телекинез. Сема отгоняет. Сема могут и убить сейчас. За это баунти нажимает на себя Фростшелд. Пытается жить. Дает Фростбласт, но его забирают. Вот оно, первое убийство от ханов. Также есть килл. Так, Сёма. Сёма, Сёма, можешь умереть. 10 хп. Фолшеот вешает, чтобы Куман убил Гилгера сейчас. И интересно, доберет ли он. Тычки нужно 2 еще сделать по нему. И еще одну. Есть, есть, есть. Хватает Куману здесь скорости передвижения, потому что у него есть тапок. Там, кстати, на топ у нас также стягивается Кунка. Пошел прокаст по Бигнуму. Сейчас Бигнума можно постараться убить. Бигнум, Виндран, Каск. Полетели, остановили Бигнума, забирают его на боте. Что у нас? На боте Чешир. На боте Чешира должны будут забирать. Но вот размен. Там убивают четверку, да, здесь убивают тройку. Так что, хотя не получится. Сёма убивать нельзя. Сёма стоит. Оп, Сёма спалился. Сёма, Каски. Конечно, думаю, что смысла нету. Чайник запускает Сёма, Архангел. Чайник не распрыгался, потому что если бы распрыгался, мог бы Архангел здесь и встрять. Кстати говоря, но не получается. 4-5. Так, вот он Дум, хорошо, красиво все делает. И вот он Дум, они его реализовывают. Молодцы. Кумана убили, шикарно Дума реализация. Там, если я не ошибаюсь, Дум уже подходил к концу своему. И БФ будет примерно на 15 минуте ориентировочно, да. То есть с ПТшкой, с фрестбендом, это тайминги, в принципе, очень и очень неплохие. Тут у нас пошел файт Мэджикал, а сейчас тут спинают. Ногами, руками манавоит, наив не жалеет, да правильно, что жалеет-то, сейчас убежал бы еще. И даже не скажу, что трясти. Так, Сёма. Сёма барабаны, Синистер Гейс. Семён неприятно, Сёма забирают. Минус Сёмыч. Как ловить антимага сейчас, и нужно было поймать. Там драка начинается у нас, поймали Кунку, сейчас можно будет забрать. Да, Пикачу забирает, минус Пикачу. Так, Куман, Близзи прыгает сюда, неплохо. Куман пока что отступает, за ним бревна, пытается Кумана харасить. Там, что у нас Мэджик улетает в ветрах, Дезвард минус Близзи. Что с Куманом? Куман красненький, но не критично, у него есть Сандра, если что, на крайняк. Можно будет дать и в тиммейта, можно дать будет и в противника. Архангел подходит, нужен контроль еще. Нужен контроль какой-то, через дабл дэмэджем. Сандер нажимается, успевает, чайник полетел, чайник-то будет очень неплохой, летает чайничек. Но Куман красный, Куман взрывается, взрывается также у нас Блэк Архангел, но Кумана убили. Это очень важно, антимаг пережил все это дело. То есть два кора команды Хан пережили замес, это важно. Так, Сабир Вегаси у нас. Пошли на Пикачу, Пикачу здорово. Дум вешается еще. Ну и можно будет сейчас забрать Пикачу. А остальные, наверное, в рассыпную уже идти. Там Пикачу, конечно, горит, само собой. Мэджик убейт его уже. Да, тут что у нас? Тут... А, тут Гилгер еще. Гилгер, Телекин, ой, Синистер Гейс забирает у нас Гилгера. Минус Гилгеру. Ханы. Ханы чилит. Так, тут у нас подставляется брюшка. Шейков, ну, чешир забирают, да. Да, забирают. Молодцы. Срезают. Начинаются какие-то траблы у них и так далее. Надеемся, что они психологически совместимы. Потому что потенциально это будущая какая-нибудь команда, ну, на уровне Упенави будет. Полетел у нас чайник, очень больно с Вардару, близ нажимает стык, корабль забирает все-таки его. Размен один в один, там Куман у нас наваливает, наваливает, но Чешир пока что выживает, его сопровождает. Здесь начинает блочить иллюзиями Куман, работает, работает, и Чешир... Оп, блинк, вот и все. Если я так напишу, то будет непонятно никому, даже мне. Тут нас поймали Кунку, через Думу поймали, Inferno Blade, Sinister Gaze забирают. У нас Пикачу, минус Пикачу. Так, пошел Телекинез. У нас поймали Magical. Magical БКБ нужно успеть нажать, постараться, но что-то не клацается. Оно, вот теперь проклацалось. И он вроде умрет, если не ошибаюсь, хотя могу и ошибаться, я. Не, выживает, вроде у нас убили двух героев, антимага запилили, это самое главное было сейчас, потому что антимага поставляется у нас. Тут у нас, тут Пикачу, Пикачу, чайник шикарно летает, минус Пикачу, это минус 3, не потеряв даже Мэджикла. Куман именно делает ребуки, вот теперь он врывается просто с ноги, у нас вот единолично на первое место по нетворсам. Угу. Уже там кто, там сбоку, напали на Архангела, Архангел пока что впитывает, выживает Архангел, БКБ нажимает блит, разворачивается, пошел до конца за Архангел, Архангел его забирает, там у нас, там Чир разложился, пытается что-нибудь сделать, пытается убить Бигнума, Бигнум под Виндраном пока что убегает, снимается Виндран, там у нас кто, там у нас уже страна рухнула, просто-напросто, и все, антимага под фонтан загоняет под рефлекшеном, GG прописывает команда Хан, это 1-0 за Сабир Вегаси, первая карта дебютная хорошая, здесь была от Сабир Вегаси, ну и они ее...
достаточно уверенно забирают. Мне кажется, тут ханы очень много ошибались. Поехали, да. Куманыч будет у нас сейчас наваливать басуху на Рике Мартин своем. Ну, логично, дефуза покупает себе тучка, да, мешает морфу сильно очень жить. И состав вводите сайт Ликвипедия и бейты, B8, видите, и вас там прямо на команду выдаст. У нас сейчас Шерсть умрет, да, ФБ делает Цибервегаси, очень легкая. Константин Красный, кстати, сейчас его, кто кого, Сёма или Гилгер, Гилгер, это битву выиграл. Это был боксерский поединок сейчас, ну, теперь можно идти с чистой душой днынается. У нас что, ловушка пошла, есть контакт, Гилгер, Тосси, Гречка, Ару залетает, но на Пикачу пошли, Пикачу пытаются пробить, сейчас Пикачу на Фарфлай летает, вроде выживает, но Мэджикл за ним до конца, там еще и Бигдум Либлса находится, что, то есть всякие вот делают, а там у нас убивает Сёму, добился таки Гилгер. Сибервегасе у нас тут Архангу на базу возвращается, пока что он пошел на базу, он молодец, тут что, врыв пошел. На Гилгера, Гилгер неприятно, но Сёма будет его, по идее, здесь сейчас до конца лупить. Куман тоже подходит, реагирует, если ну, даже Бигдум пришел, Ара попадает, хорошая Бигдума. Есть еще одно убийство, есть еще один килл. Молодцы. Кумана будет проблематично убить, но можно, можно. Сёма сидел, спалил, но им нужен Куман, лассо, поймали лассо, все в него просто суют, он пока выживет еще каким-то образом, но... Нет, нет, больше он не живет. Пикачу, ультимейт пролетает, Пикачу, умирает Пикачу, рейндроп его не спасает. Пошла, приходит поддержка, прыгает Бигдум сюда. Чешир зажат очень сильно, и пока что это очень и очень нехороший ганг для команды Хан. В итоге, да, они, конечно, убивают здесь. Хотя 2 в 3, но сейчас же Гилгера сейчас запинают, по идее. Там Архангер что-нибудь, по тамбу нужно идти Гилгеру. Соурип же есть, если что. Соурипом нужно подхилить много его. О, Соурип. Ну ладно, Гилгер выживает у нас. Ну, 2-3 подрались. Так, ставятся корни. Пошел урон у нас. И забирают Чеширова. Теперь получается, через корни можно этого хулигана наказать. И наказывают его на Сибервегасе. Есть еще одно убийство для них. Копилочку там, что у нас там Близи подставляется. Близи пытается уйти, улететь. Близи улетит, что ли? Нет, Наив адаптив страйк. И телепорт ему сбивает. Наив... Еще что контрит. Там у нас файт миду пошел. Ару. Да, тут хорошая ару залетает. Неприятно. Очень неприятно. Можно поубивать сейчас героев. Забирает Пикачу. Красный Гилгер. Гилгер тоже умирает. Архангел один на всех. Они приходят сюда. Наи превращается в Войт Спирит. Начинает драться. И тут Рики. Сейчас будет шикарная драка, по идее, для Сибервегаси. Забирает у нас Архангел. Минус 3 делает Сибервегаси. Наив, конечно, живой он, да. Но он один против всех. Его сейчас тоже забьют. Минус Наив. И это минус 4. Остается один Чешир, или до конца за ним побежал Куман еще, но там Сурж, Сурж замакшены, Диффуза, хотя, слушай, Кумана потом... Ну ладно, минус 4 делает Сабервегаси, вот это, кстати, уже, ребят, сейчас критично было очень. Подрезал, молодец. Врыв от Мэджикла пошел, Мэджикла, ловушка имеется, Ару принимает Гилгера на себя, Пикачу опять подсалится, шикарный салец, Пикачу вырезает, забирает Гилгера, минус 2 делает, дальше можно идти на Архангел, Архангел соурит, но он тоже здесь должен будет сейчас догореть, по идее, есть только не Сурж какой-нибудь интересный, Сурж, Архангел, ну, зажал он себя здесь просто в бутербродик, да, в коробочку его подрезают. Ну что, врыв, увидели Кумана, увидели же его, а там ловушка, Куман, ой, боже мой, не умер Пикачу сейчас, полетел ультимейт Фурыча, вакуум стенка неплохо, поинтереснее немножко, подтягивается сюда Близи, Близи лассо нажимает на него Пикачу, Пикачу пытается уйти, Пикачу армия попадает по нему, пока что выживает Пикачу, прыгает сюда у нас Наив, врывается, под ВСО он находит, ставится шикарнейший, просто корни, больно, Гилгер, Гилгер забирает, забирает Пикачу, минус 2 делает, выкупается, у нас обратно Мэджикл в игру, минус Бигдум, так, Куман прыгает, Метеорхамин кастуется, а Сёма не очень удачный, Наив выжил, ну и тут добьют, у нас Андаинга уже, Архангел умирает, ну и получается, раз у нас 3-3, пока еще не закончил, кстати говоря, он, Сурж работает, Мэджик до конца гейминг, Чешир кончается, Сурж, еще 4 секунды даже побегать ему, да, и в итоге, сейчас будем смотреть мы итоги этого файта замечательного, если ошибаюсь, то здесь его должны выиграть, были, ой-ой-ой, зачем остается, не знаю, Дарсир, а вот уже не должны выиграть у него, все, вопрос успеет ли, прийти сюда, не? Нужно Дарксиру начинать эту драку, заходить пытаться Мунлайт. Успевает Ханас, хорошо.
Они уже здесь. Так, ставится, видит, веб-сервер, нажимается, ультиматор Хангел, Пикачу залетел, агрессивно Пикачу, мне кажется, Пикачу очень неправильно снимает позиционку, умирает Пикачу, купается обратно в игру, полетел сюда, стоит здесь Тамба, там Гилгер зашел, как-то странно, здесь очень ханно, пошел Наив, Наив на ловушку присажается, на Орчит, на Весу, Манта пока что выручает его, перекачивается, маны мало остается, Ветра, Тучка, Архангел подбегает сюда, там пацаны, нужна помощь срочно Морфу, а это вот это уже плохо. Вакуум стенка ставится, да, не, неплохая, но этого все равно мало, здесь сейчас будет убивать, по идее, Ханов. Сайбер ВГС минус Архангел. Архангела забирает. Там у нас Гилгер закидывает бревна сюда. Но ничего интересного в этом нету. Это минус 2, минус 3 получается. Минус байбек еще. А вот это, ребята, уже, кстати говоря, критично было. Так, врыв от Мэджикова. Немножко не тот. Вар стоит. То есть все видно. Поймал Ару на Архангел. Тучка постелилась. Ну и Куман его просто сейчас избивает своими кинжаликами. Не забирает. Там еще и башит. Вылетел Куман разочек. Все как надо. Не отступает. Выкупается у нас Архангел. Гилга прыгает. Гречка Тосик. Так, поинтереснее. Наив сюда залетает. Наив. Лассо вешается на Кумана. Ну и как-то вообще плевать. Метеорхаммер шикарный. Минус 3 сделали же. Наив красный очень. Наив пока что выживает. Но он без маны остается. К сожалению, превращается в Мирану. Либо это раз, либо это два. Но там Весел на нем горит, промывается. Там сделали, получается, сколько они уже? Минус 4 сделали на Сабер Вегас. Ни одного героя не потеряв. Минус Наив, ребят. Но это, к сожалению, это, наверное, уже карта проигранная для ханов. Так, там у нас кто? Там у нас Близи. Ару залетает, Пикачу шикарно, снова Пикачу подставляется, вакуум стенка, ну тут же интересно, но, ну, блин, Фуриона убили, возвращается он обратно в замес у нас, дальше что? Дальше лупят друг друга пацаны, забирают у нас Пикачу, забирают Гилгера, минус Сёма. Так, ну слушай, какие-то киллы-то сделали, все равно у нас Хан, но этого мало, Наив остается один, где у нас Наив? Наив, вот он, но он превратился в Мирану, скачет у нас втихаря грудь ее теребя, но за ним погоня. Мэджикл еще с дабл дэмэджем, до сих пор остается Наив вейформ, и Наив улетел. Как минимум Сёма и Мэджикл точно. Для меня, вот он Куман пошел. Кумана забирают. Куман забирает у нас Гилгера, извиняюсь, лассо вешается на Близи. Но Близи в БКБ, ему вообще плевать, он под пайпой. Он очень-очень плотный, в итоге нас пытается убить Чешира. Чешир красный, Чешира фокус бигнум, но пока что отпускает. Убегает он сражение и промывается, нападает у нас на Сёма выживает, минус 2 сделали, минус 3. Чешира тоже убивает и нас Архангел прописывает. GG 2-0 с командой Сайбервегаса. Сайбервегаса у нас оказались сегодня посильнее. Намного посильнее, к сожалению, для ханов. Ну и вот он, дебют Сайбервегаса в этом прекрасном составе.